Кроме спортивной формы, обуви и блестящего банта, на занятия по черлидингу спортсменки берут с собой мобильные телефоны. Дети, приготовьте свои QR-коды. Сейчас мы будем отмечать, кто присутствует на тренировке. В «Химках» интегрируют новую электронную систему «Мой спорт». На телефоны тренера и воспитанников установлена специальная программа. С ее помощью можно не только отмечать присутствующих на занятии, но и контролировать успехи тренировок. Для сдачи норматива приглашается Таржанова Вероника. Когда спортсмен сдает норматив, тренер отмечает результат в приложении. Также он может написать и комментарий к тренировкам. Информация сразу появляется на телефоне как детей, так и родителей. Родитель может постоянно отслеживать за год, что ребенок прибавил чисто в спортивном плане, что не прибавил, нравится ребенку, не нравится. В карточке спортсмена будут храниться данные о его достижениях, а также медицинская информация. В дальнейшем эта система позволит полностью отказаться от бумажных журналов и документов. Бумажная волокита, которая была связана с присвоением разрядов, она в принципе растягивалась по времени. Бумагу нужно было подписать в федерации, потом отнести в спорткомитет, потом рассмотреть. Малейшая запятая ошибка, документы на доработку. Вот чтобы убрать все вот эти бюрократические вещи, была создана цифровая платформа для того, чтобы все эти процессы как можно больше сократить. Цифровая система «Мой спорт» вводится во всей России. Чтобы обсудить возможности новой программы, в «Химках» прошла конференция с тренерским составом. На ней обсудили особенности работы системы и рассказали о преимуществах новой платформы.